Недоброе утро. Приехали с Евой в поликлинику. Голова болит. Рвота была вечером после еды. Температуры нет, кашля нет, соплей нет. А что, плохо себя чувствует? Идем, Евуська. Нет, ее потрогать ты не сможешь. Видите, какая осенняя композиция. Так, вот сенсей, мы его нашли. Здесь, правда, музыка играет. И людей практически нет. Отлично, на втором этаже находится, возле Антошки. Смотри, какие гномики. Класс. И сколько же такой гномик стоит? 439 гривен. Уже к Новому году повыставляли. Ой, тяжеленький. Вау, у него еще и ноги удлиняются и уменьшаются. Слушайте, большой магазин, просторный. Свечки. Где? Ага. Как хорошо, что они здесь открылись. Смотрите, просторно, огромный магазин. Вот вам обзор магазина с ценами. Мне надо, знаете, что Еве курточку купить. Но я пока не могу найти. А вот. Вот такая вот есть. Переливается. Может, такую сейчас и примерим. Сколько она стоит? Я здесь. Я сама уже шапку себе нашла. Давай вот эту курточку примерим. Красивую. Переливается. А ну, ручки вверх подними. Так. Вниз теперь. В стороны. А ну повернись. Такая нормальная. В принципе, хорошая курточка. Мне нравится. А ну вытащи руку. Нормальные рукава. Ева, это ты сейчас на футболку одела. А потом будешь одевать на кофточку. И как раз нормально будет. Еще вот такая вот есть курточка. Этот получается 116 размер. Есть такие рукава от ветра. Но она такая по качеству больше мне нравится, чем та. Но как-то смотрится, да? Не знаю. Повернись задом. Рукава длинные. У нее наподобие зимняя есть. И толстые. Ну вот это мне нравится, когда манжетики есть, чтобы не задувало. А тебе какая больше нравится? Ей нравится больше вот это вот. Но она легче это, так как больше зимняя. У нас зимняя есть. Показывай. Показывайся. Привет, привет. Уже выбрала себе платье. Мама еще ничего не разрешала. Мама разрешала походить немного. Здесь еще такие вот есть тележечки для покупок. Очень удобные. Всякие вот такие вот кофточки легенькие есть по 100 гривен. Смотрите. Такая осенняя с белочкой. Но она большая, 140-й размер на 9-10. Такая вот тоже плотненькая. Вот это вот еще, кстати, красивенькая. Смотрите. С принцессой. Дисней. С такими рукавчиками. Сколько она стоит? 129 гривен. 128 размер. Футболка. Это что-то с мышками. Мышки-балерины. А вот розовенькая еще. И здесь тоже, смотрите, какие кофточки. Такие более поплотнее. Сколько такая? 279 гривен на малышку.
Есть еще курточки, которые превращаются в жилетку. Видите, рукава. Прикольно, в принципе. Тоже придумали. 659 гривен. И пальтишки. Такие меховые. Я, конечно, показываю все для девочек, потому что такой обзорчик делать для всех — это долгое видео будет. Такие вот юбочки есть, джинсовочки, платья тоже. Такие вот свитшоты комплектами тоже идут, 3 штучки. Сколько стоят 3 штучки? 390, 400 гривен. Доллар у нас сейчас приблизительно 42 гривны. Такие платья, такие вот сарафанчики, шапочки, 129 гривен. Платья вот такие вот еще есть, тепленькие. 399 гривен. Такие штанишки классные. Они идут утепленные, но здесь нет размеров на Еву. Если только вот эти вот, 110-е, но они будут короткие. Такие вот еще кофточка, смотрите, это 2 кофточки. И вот такие вот еще штанишки. В садик ходить. Вроде свободные, немножко даже утепленные. И мне нравится, что они на завязках, потому что у нас проблема с худобой, да? Поэтому всегда вот здесь вот широко. То есть она высокая по длине. Если брать больший размер, тогда в поясе. Нормально? Уже устала, уже мается все. Так, что еще есть? Быстренько покажу. Сапоги всякие разные. Кстати, вот эти вот лосины неплохие. Стоят 279 гривен. Они идут, видите? Такой материал очень удобный для спорта. Ничего не липнет. Такие всякие разные лосинки. Обувь. Кроссовки. Вроде даже легенькие. Ничего. Такие вот еще. О, как раз для нашей погоды. Такие кроссовочки. Тоже вроде легкие. Не такие прям сильно тяжелые. Вот для мальчиков курточки какие есть. Тоже очень много всяких разных костюмчиков, курточек, кофточек, носочки, пижамки. В общем, огромный магазин, тишина и спокойствие здесь. Также женской одежды очень много. И футболки, и платья, и рубашки, штанишки. Такие вот утепленные, кстати. Сколько? 269 гривен. Пальто, курточка 1500. Джинсы, ремни, кепки. В общем, есть все. Юбки джинсовые длинные. Пальто 1500. Жилетки. Кофточки в полоску. И не только. В общем, Ева уже устала, надо выходить. Там еще для домашнего, сейчас быстренько покажу. Всякие свечи и шторы для ванной комнаты. И крючочки, смотрите, ключницы, класс. Полочки, грибочки, тыква, венок, искусственные цветы. Ящики такие для игрушек, сумочки, тяжелые. Вот тоже ящик. О, лежанки даже есть и для ваших улюбленцев.
для собачек. Такие повязочки. В общем, очень хорошо иметь еще додаток этого Синсея магазина, потому что у меня сейчас, я установила додаток, и у меня получилось 200 гривен скидки со всей моей покупки. То есть так у меня получилось 1500 за все про все, а со скидкой 1300. И плюс еще бонусы за вот эти вот покупки еще начислятся. Поэтому очень-очень выгодно. Ева захотела сразу одеть платье. Поэтому я не могла ей в этом отказать. Голуби залезли прям в мусорку. Там показываю, что купила. Вот эту курточку все-таки взяла. Перламутровую. Очень красивая она. Правда, по размеру, смотрите, аж 134-й. Хотя Ева, в принципе, 122. Представляете, насколько больше взяла. Ну, хорошо сейчас. Оверсайз нормально. Рукав немножко длинный, а так, в принципе, вполне. В плечах, в длине нормально. Шапочку вот такую к этой курточке взяла. Она, правда, тоже такая толстоватенькая, но по цвету фиолетовую. Потом взяла вот эти штаны все-таки. Они прикольные, мне понравились, что на завязочках. Тоже 122 размер. И взяла вот такие вот ей две кофточки. Очень тоже нежные, с такими рукавчиками. 122 размер тоже. Это хлопок идет. И вот такая вот бежевая. Ну и взяла платье, которое вы видели на ней. Горошек, которое она выбрала. И так как у меня было приложение, получается, была скидка. 1328 я заплатила. А если бы не было бы этого приложения, тогда где-то 1500. Вот куртка вышла 593, штаны 197. Вот эти две маечки вышли 251. Это получается, если напополам, поскольку по 125 гривен вообще. Сукня 197 и шапочка 89 гривен. Отличные цены, отличное качество. Хлопка очень много. Вот, поэтому заходите в Панораму. Классный магазин рядышком открылся. Не надо ехать в этот сити-центр. Вот. Но бывает, конечно, с размерами. У них очень быстро разбирают. И с размерами, конечно. Вот эту курточку, по-моему, мы последнюю забрали. 134 размер. Были меньшие, были больше. 140-й. Классная такая, блестящая. Всем привет из Одессы. Сегодня у нас 23 сентября 2024 год. Немножко расскажу, что сегодня произошло, потому что дальше я не снимала. В общем, Ева проснулась. Ева вчера вырвала и проснулась с очень сильной головной болью. Температуры не было при этом. Мы поехали к врачу. Врач написал, что это у нас, в общем, отравление какое-то. Выписал нам лечение, лекарство. Водичку я купила такую специальную. Рео у нас она называется. Вот, она идет очень полезная, с минералами, с солями. И, в принципе, более-менее она себя нормально чувствует уже. Слава богу, не было ей плохо больше. В принципе, она активная. Поэтому понаблюдаю сегодня-завтра. И уже, думаю, вычухаемся. Не знаю, он написал, что это отравление. Хотя сейчас я у своих знакомых тоже поузнавала, тоже дети поболели. И тоже такие же симптомы. Сильная головная боль, без какой-либо большой температуры. Ну, посмотрим, знаете. Надеюсь, что все будет нормально. И еще мы сегодня с ней поехали в магазин, который у нас открылся, Синсей, в Панораме. И я немножко поснимала цены на одежду. Детскую, взрослую, в общем, можете посмотреть. Немножечко, я думаю, может быть, кому-то будет интересно. Очень удобный магазин, что у нас на райончике открылся. Поэтому дальше вы увидите немножечко наши цены на одежду и что я купила. Не забывайте, пожалуйста, поддержать видео лайком и написать добрый комментарий в поддержку канала.